Здравствуйте, вы смотрите Дукаскопи ТВ. Я Бен Джонс. Сегодня гость нашей студии в Женеве – министр финансов Гибралтара Альберт Исола. Альберт, спасибо, что пришли к нам сегодня. Здравствуйте. Для начала давайте поговорим об экономике Гибралтара в общих чертах. Как сейчас обстоит экономическая ситуация и какая динамика наблюдается в этой сфере? На мой взгляд, экономика Гибралтара довольно хорошо перенесла кризисный период. Мы отмечали неплохие экономические показатели с 2008 года. В это время наша экономика продолжала расти. В прошлом году годовой прирост уровня ВВП составил 7,8%. В этом году этот показатель достиг уже 10,2%. Показатель госдолга к уровню ВВП составляет 24%. Уровень безработицы 2%. Каждый год мы отмечаем наличие профицита госбюджета. В этом году этот показатель достиг нового рекордного уровня. Дела у экономики Гибралтара идут очень хорошо, в частности, потому что экономика очень диверсифицирована. Не существует одного двигателя экономического роста. Имеют значение многие сферы, такие как туризм, финансы, электронная торговля и перевозки. Например, наш порт самый крупный на Средиземноморском побережье и третий крупнейший в мире. Кроме того, у нас есть аэропорт. Таким образом, наша транспортная инфраструктура также позволяет нам диверсифицировать экономику. Почему независимые управляющие активами и фондами, а особенно управляющие из Швейцарии, часто выбирают именно Гибралтар? Я думаю, главная причина в том, что Гибралтар является территорией ЕС. То есть все директивы ЕС, законодательные стандарты и международные стандарты, такие как прозрачность или автоматический обмен информацией, действуют и на территории Гибралтара. Если какая-то компания, которая занимается управлением активами, хочет выйти на рынок ЕС, то она может с легкостью открыть представительство здесь. Таким образом, менеджерам этой компании будет несложно выйти на биржу ЕС. Несмотря на то, что население Гибралтара составляет всего 30 тысяч человек, у нас есть независимая законодательная база. То есть любая швейцарская компания может открыть представительство в Гибралтаре, получить соответствующую лицензию в уполномоченных органах и без проблем выйти на рынок ЕС. При этом ее работа будет заключать в себе стандарты Великобритании и ЕС. Потому время выхода компании непосредственно на рынок ЕС намного меньше, чем при открытии компании в более крупных странах. У нас очень понятный и прозрачный процесс регистрации компаний. Работа уполномоченных органов очень эффективна. Любая компания, прежде чем приступить непосредственно к регистрации, может заполнить образец регистрационной формы и обсудить ее с уполномоченным представителем, для того, чтобы определить все проблемы и сложности, которые могут возникнуть, и, соответственно, постараться их решить еще до подачи официального заявления. Потому выход компании на рынок происходит намного быстрее. А для этой сферы бизнеса время играет очень важную роль. И, конечно, побочный результат этого – это сокращение расходов. Потому еще одно преимущество Гибралтара – это объемы расходов. У нас очень гибкая налоговая система. Для независимых управляющих активами базовая налоговая ставка – 10%. Для инвестиционных менеджеров также существуют специальные налоговые ставки. То есть существует целый ряд своеобразных моментов, которые, по нашему мнению, в целом составляют довольно выгодные условия. Еще с 2007 года сфера финансов в нашей стране развивается довольно динамично. И, на мой взгляд, особенно в период кризиса, темпы ее развития были рекордными. Я полагаю, что у нас есть все, что хотел бы видеть независимый управляющий активами в стране, где планируют работать. Какое влияние оказал на Гибралтар переходной период в развитии сферы финансовых услуг? Для Гибралтара переходным был период с 2005 по 2010 год. В это время наша страна перешла из офшорной в аншорную зону. Теперь наша страна входит в аншорную зону в пределах ЕС. Это означает, что теперь вся финансовая деятельность в нашей стране на 100% соответствует директивам ЕС. Наша налоговая система полностью одобрена специальной комиссией ЕС. И сейчас максимальная налоговая ставка составляет максимум 10% для юридических лиц и 25% для физлиц. Наша налоговая система довольно прозрачна. У нас нет каких-то скрытых налогов или налога на благосостояние. Таким образом, мы гарантируем полное соблюдение установленных требований. Мы соблюдаем закон о налогообложении иностранных счетов граждан Великобритании, а также работаем с представителями Организации экономического сотрудничества и развития в этой сфере. В октябре в Берлине мы подпишем соглашение о частичном внедрении программы автоматического обмена информацией. И таким образом мы присоединимся к 48 странам, которые уже подписали это соглашение. Я думаю, что еще многие страны присоединятся к нам в течение ближайших месяцев. Потому соответствие международным нормам – очень важный момент для нас. Мы потратили много времени на работу в этой области, и мне кажется, нам удалось довольно эффективно внедрить международные стандарты и системы. Потому сейчас можно сказать, что мы наблюдаем расцвет финансовой сферы Гибралтара. И последний вопрос. Вы говорили, что Гибралтар может стать окном в Европу для азиатских финансов. Почему так? И какие существуют потенциальные преимущества? По сути, складывается такая же ситуация, как и с управляющими активами из Швейцарии.
Для представителей любой страны, которые хотят выйти на рынок ЕС, существует целый ряд требований, которые они должны выполнить. Я полагаю, что в Гибралтаре выполнение этих условий происходит намного проще и быстрее, чем в других странах. Один из главных моментов – это независимый законодательный режим. Мы все время работаем над тем, чтобы наши уполномоченные органы работали максимально эффективно и были полностью укомплектованы профессиональными и опытными работниками. Это позволит максимально эффективно и профессионально взаимодействовать с компаниями, которые желают получить лицензию. А как я уже говорил ранее, для финансовых рынков время – один из решающих факторов, поэтому в Швейцарии, Гонконге или Нью-Йорке подход в принципе одинаковый. Если вы хотите попасть на рынок ЕС, то Гибралтар предлагает вам один из лучших маршрутов. Альберт, спасибо, что пришли к нам сегодня. Спасибо, что пригласили меня. На этом наше время подошло к концу. Оставайтесь на Дукаскопе ТВ. Мы приготовили для вас еще множество интересных программ и эксклюзивных интервью. Всего доброго.